Одно из последних требований карантина – иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пресс-центр МВД поясняет, как быть, если возникли вопросы, а паспортный отдел временно не работает. Почти все вопросы можно решить дистанционно. Продлить регистрацию до 45 суток во время карантина можно дистанционно, а также забрать уже готовый паспорт. Его вручат в паспортном отделе. Всем, у кого документ утерян, тоже помогут. На период действия ЧП, вне зависимости от места регистрации, на территории Приднестровья оформят справку по форме 9. Граждане, утратившие документ, к админответственности привлекаться не будут. По любому вопросу нужно звонить в паспортный отдел вашего города с 8:30 до 17:30, кроме воскресенья и понедельника. Сменить фотографию или заменить паспорт можно будет только по окончании карантина. Штраф за нарушение сроков платить не придется.